Готовлю проект, где по номеру телефона вы сможете найти паспорт мужика, какие на него зарегистрированы компании, какие тёлки у него были, все его социальные сети, вся информация о нем. Они уже свою женское ФСБ создают, да? Короче, я так понимаю, для чего это делается, чтобы женщина такая: ага, вот мне этот чувак интересен, надо узнать, что у него есть, может ли он меня содержать, дарить мне подарки, водить меня, покупать мне, возить меня куда-нибудь, да, есть ли у него другие бабы, есть ли у него алименты, будет ли часть денег уходить туда, и будет ли он вообще спрыгивать, знаете, на выходные от меня, вместо того, чтобы повезти меня куда-нибудь отдохнуть, спрыгивать к своему ребенку. Говорят: нет, мы женщины не меркантильны.